Жители населенного пункта утверждают, что строительство дороги началось в половине пятого вечера и продолжалось всего 5-6 часов. К тому же к вечеру пошел снег. Утром мы увидели, что дорога, которую мы ждали 30 лет, размыта и асфальт рассыпается, сетуют жильцы домов по улице Аблайхана. Они обратились жалобами к представителям областного департамента по борьбе с коррупцией и потребовали взять пробу для проверки качества асфальта. Почему он уже сыпется? Его позавчера положили. Почему он, смотрите? И они ночью же не видят человека, где надо подбросить, где такой. Уйти влево, где вправо. Вот что нас возмутило. На следующий день, пожалуйста, ложите. Погодные условия позволяют. Мы все это знаем. Да, все знаем. Но для чего вот это? Говорят, вот, что собрались, и в дальнейшем не было куда его деть, асфальт. Не, ну вы смотрите за синоптиками. Недовольные красноярцы также сетуют на пассивность местного акимата в части контроля строительства дорог. Как правило, такие работы проводятся в теплое время года. Более того, за укладкой дорожных покрытий должна следить служба технического контроля. Однако заказчик решил, что техосмотр не требуется. В среднем ремонте дорог технический контроль не требуется, только что был заключен контракт с Национальным центром качества дорожных активов. Только при капитальном ремонте, когда будут построены водостоки и установлены дорожные разметки, можно будет провести технический контроль. Ну а по дороге что я могу сказать? Все будет ясно после экспертизы. Не могу уверенно говорить, что доволен качеством выполненных работ. Все было сделано в дождливо-снежный период. В соответствии со вторым пунктом 15 статьи Закона Республики Казахстан об автомобильных дорогах, технический контроль в ходе среднего ремонта осуществляется заказчиком самостоятельно, либо путем заключения договора с соответствующей организацией. Внутрипоселковое дорожное строительство относится к категории «средний ремонт». Вот почему ситуация пошла на самотек. Мы начали, то есть погодные условия были отличные, когда мы начали работать. То есть, ну, это же тоже не быстро, пока завод запустился, пока укладчик выставили. То есть пришли машины, когда начали ложить асфальт, пошел снег. Когда пришел снег, мы, естественно, остановили все заводы, прекратили работу, но осталось две машины, был выбор, либо вывалить, то есть на газон, то есть на улицу, либо же положить. Мы решили уже доложить асфальт. И да, я согласен с нашей стороны, конечно, наша вина есть. Сейчас вот лаборатория пройдет испытание до заключения, и если, конечно, не покажет, будем переделывать, убирать, ложить по новой. Подрядчик должен был завершить работы 30 сентября. С 1 октября пошли штрафы. Пробы качества асфальта будут отправлены на экспертизу в лабораторию. Всего на поселок Красный Яр было выделено 837 миллионов тенге на ремонт 25 километров дорог. В этом году проложено только 17 километров. Абай Кокимбек, Алгамбек Манарбекулы, Дархан Саган, Алмаз Садвакасов, Кокшакпарат.